Всем привет! Привет, всем привет! Мы пока подключаемся в Инстаграм. Мы начнем с песни, пока все подключаются. Вот. Потом уже расскажем. Все расскажем. Ojos negros de tu amor, Manuela. Como es pequeña primavera, como luna llena es tu amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de tu amor, Manuela. Tiene tus sentidos presos y todos tus sueños son para Manuela. Desde que llegó a tu vida, desde aquella tarde te encontraste a Manuela. Sos dichoso como nadie, porque cada día te espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que te da Manuela. Más grande espera Manuela. Solo vives, solo piensas, solo existe por tu amor, Manuela. Desde que llegó tu vida, desde aquella tarde que encontraste a Manuela. Sos dichoso como nadie, porque cada día de sus besos, ese amor inmenso que te da Manuela. Sos dichoso como nadie, porque cada día te espera la dulzura de sus besos, ese amor inmenso que te da Manuela. Московского театра мюзикла. Вот сегодня решили сделать онлайн-концерт. Мы пригласили замечательного пианиста Игоря Барановского. Он выпускник Гнесинской школы и лауреат международных конкурсов. В общем, замечательный друг, человек. Мы подготовили онлайн-программу, то есть не просто мы сегодня будем говорить, как вы поняли, мы будем сегодня в основном, да, петь. И программа в основном состоит из наших песен, которые... Наших любимых песен, которые... Спасибо большое, на самом деле, Карине Арбельяне, которая... Давай представимся, на самом деле. Да, я забыла. Самая опытная артистка из нас, как мне кажется, которая...
ты служишь в театре мюзикла с самого основания, правильно же? Да, с самого начала, то есть с первого мюзикла. Это 2012 год, получается. Карина Арбельяни! Всем привет! Юлия Довганишина. Здравствуйте. Тоже актриса театра мюзикла. Я хочу сказать, что мы на самом деле в театре мюзикла с Юлей играем одну роль. Да. Мы играем в мюзикле «Чудеса и королевства». Это по «Алисе в стране чудес». Мы играем белых королев. Да. Вот мы сегодня как-то... Да, мы решили намекнуть. Приходите посмотреть на наших белых королев, поэтому мы сегодня в белом. Ну и как королевы, конечно же. Ну да, мы сегодня решили пригласить вот белого принца, только вот... Такой шахматный получился. Да, да, получилось, да, такое шахматное королевство, да, с белыми, черно-белыми клавишами. Да. И, конечно, я хотела сразу поблагодарить Карину, потому что она инициатор вообще сегодняшнего концерта. Спасибо тебе большое, потому что я получила удовольствие огромное от наших репетиций, хотя у нас было совсем немного времени, чтобы это все сделать. Да, всего лишь две репетиции, да, но... Ой, мы очень в короткий срок сделали большущую программу, поэтому мы сегодня мало будем говорить, но много будем петь, потому что театр у нас музыкальный, будем петь. Да-да-да, постараемся отвечать на вопросы быстро, вот, чтобы не засиживаться. Вы там присылаете вопросы между песнями, постарайтесь угадать, когда вклинится. Вот, мы постараемся их увидеть. Но мы сами тоже подготовили друг дружке вопросы забавные, интересные. Мы не говорили об этом друг другу. То есть какие это будут вопросы? Да, мы не знаем. В общем, я думаю, что мы нужно спеть. Начнем. Да. После песни. Когда нет аплодисментов. Это точно. Вы должны нам помогать, ребята. У нас здесь есть ребята, которые нам помогают. Да, вот это.
Поддерживайте нас. Спасибо, спасибо. Но мы все-таки надеемся, что вам понравилось. Вот, мы пойдем дальше. Да? Да? Да, я думаю, что мы пойдем дальше. Сразу. Поговорим чуть-чуть попозже, да? Не поступило никаких вопросов, то мы зададим их сами, да, друг дружке. Да, мне на самом деле и мне всегда интересно, и я надеюсь, что и зрителям тоже интересно. Да, мы артисты, вот пианист, актриса, мы играем в театре, мы счастливы, мы занимаемся тем, что мы любим. Но, как мне всегда интересно спрашивать у коллег, какие же именно бывают форс-мажорные ситуации? Ну вот, например, сколько раз, например, ты ударила себе микрофоном по зубам?
Ой, я много раз. Вы знаете, у меня была даже педагог одна, с которой я занималась, когда мне было, ну, где-то, ну, в подростковом возрасте. И она, на самом деле, потрясающий педагог, и вот я индивидуально ходила к ней на занятия, и она мне давала микрофон, и когда у меня что-то не получалось, она, или, допустим, я очень далеко держала микрофон, она сама вот так подходила и била по зубам. Вот, ну, через боль я зато научилась петь. Хорошо, что зубы на месте. Ну, у тебя тоже, да, такое? Ну, мне кажется, это у всех вокалистов. Ну, да. Ну, вот, например, история. Ну, может быть, какие-то, не знаю, ну, может быть, на сцене сломался каблук, может быть, я не знаю, но это интересно. Ой, ты знаешь, мне кажется, самая распространенная история — это когда артисты забывают слова. Но, слава богу, мне кажется, у меня такого не было. У меня были заплетыки, когда я там должна сказать, типа, я люблю тебя, а я говорю, я люблю. Вот это было, да. А вот так, чтобы я прям забыла текст, нет, такого не было, слава богу. Но однажды, в самом начале своего творческого пути в театре мюзикла, когда я пришла в театр и играла мышку, в спектакле «Все о Золушке». Да, если вы не видели спектакль, обязательно посмотрите, когда он будет в сезоне. Это сказочный мюзикл, да? Потрясающий мюзикл. Современный, потрясающий. И детский, и взрослым тоже мюзикл есть. «Все о Золушке». Да, потрясающий мюзикл. Так вот, это был мой первый вообще проект, в который я пришла. И я там должна была вывозить такую, как это назвать, такую штуковину с балясинами, такую вот, как декорацию. Вот, и я ее не вывезла. Но на самом деле это вот самое критичное, что у меня произошло, это буквально было на одну минуту, такой позор минутный, но что ничего, делать? Юля, все впереди. Да, я думаю, что у меня еще все впереди. Жизнь очень интересная и всегда, то есть много технических моментов. Я вот по поводу Игоря, вот интересно, вот и ты, вот, например, не знаю, там падал, может быть, со стула, может быть, там вылетала клавиша когда-нибудь. Можно я скажу эту знаменитую репортерскую фразу? Да, окей. Как это было, Игорь? Ну, если в основном, я так понял, что вокалисты обычно страдают, это вокалисты страдают, вышибают зубы, то у меня действительно это клавиши и струны. Больше не могу вспомнить каких-то таких экстраординарных событий. Ну, а что происходит с клавишами? Ну вот она просто может вот так вот вылететь. Вот у меня на этом инструменте такое недавно произошло. Или просто струна лопается. Со мной один раз произошла такая забавная история. Я перед очень важным экзаменом по фортепиано 3 дня косил траву бензокосой. Это был такой кайф. Она такая, прям она так звучит, это кайф. А потом возвращаюсь в Москву на экзамен. И, в общем, да... И руки, а руки в темпе газонокосилки. Вот это было весело. А так... Так что надо, да, пианистам намного быть аккуратнее и не косить траву перед важными концертами. Слушайте, на самом деле я надеюсь, что сегодня у нас никаких косяков не произойдет. Мы так старались, мы так готовились. А, вот мне... Тебе поступил вопрос. Мне поступил вопрос, а Карина, я забывала слова на сцене. Да, я забывала слова на сцене, но это не, но когда ты в спектакле, это не страшно, потому что ты знаешь, почему, куда должно двигаться действие. Вот, да. Но падала я на сцене в костюме, красивая. То есть я однажды потянула ногу, и мне нужно было... Я танцевала, нужно было кинуть такой вот батман высокий. И я подняла ногу не ту, которая не больная, а подняла та, которую я потянула, и, конечно же, я упала. Но это было красиво, платье, сцена. Вау. Ну, я потом гордо встала, и вот. Но это все, конечно, бывает. Мне кажется, что опытные артисты всегда знают, как обыграть такую ситуацию. Ну, с падением, конечно, сложнее, но вот когда текст забываешь, мне кажется, сам что-нибудь насочинял там и пошел дальше. То есть... Окей. Да? Да. Пойдем дальше? Да, пойдем. Окей. Being part
please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasa los esperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 perhaps, perhaps, perhaps. Почему мы решили петь на испанском и на английском? Потому что в театре мюзикла тоже поют на испанском языке. Да. Ну, на самом деле, да, но мы вот с Юлей действительно так получилось, что мы обе любим испанские песни. Очень. Да, и друг друга поддержали, и поэтому... Да. Еще я говорю на испанском языке, но у нас сегодня появится португальская песня. Вот это надо будет постараться ее произнести, вот, потому что там, конечно, посложнее, чем в испанском языке. А сейчас мы исполним песню. Это знаменитый дуэт двух замечательных певиц, женщин. Я думаю, что нужно начинать, вы уже сами поймете. Ее нельзя не спеть, я вот предложила Юле. Вот, я думаю, что мы начнем. I'm scared, so afraid to show I care. Maybe he's in love, I'd feel like a fool. Life can be so cruel. Don't know what to do. I've been there with my heart laid in my hand, but what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. To say
Карина, можно я скажу? Можно я расскажу про нашу репетицию с этой песней? Да, я на самом деле хочу Каринке задать вопрос. Мы просто когда репетировали, в один момент посреди песни, мы еще не допели, Карина просто разрыдалась, можно сказать. Вот сначала у нее пошла слеза, потом она просто стала рыдать, репетиция остановилась и все такое. Ну, ненадолго. Я просто... И Карина сказала, что у нее эта песня ассоциируется с какими-то определенными моментами жизни, она ностальгирует и так далее. Но мне хотелось вот поподробнее узнать, почему, вот как ты ее так прочувствовала и чувствуешь ее каждый раз, когда ты поешь, ты говоришь, что ты очень... Да, я действительно, это моя первая песня, это моя первая песня вот в моем, то есть творческом, в творческой моей жизни, которую я спела в 10 лет именно сама. То есть это была моя первая серьезная песня, которую я готовилась. И каждый раз, когда она звучит, и каждый раз, когда я начинаю петь ее с кем-то в дуэте, я не могу сдержаться. Вы даже не представляете, сколько для меня стоит сдержаться и не плакать, потому что то есть все переживания, то есть педагог, с которым, который работал со мной над этой песней, ее уже нет, это моя Лилия Николаевна Галушко, я ее очень люблю и помню, и все равно это, конечно же, всплывает, но я рада все равно, что в этой песни, все эти воспоминания живут, и вот они так концентрируются у меня, поэтому я действительно очень сложно себя сдержать, чтобы не расплакаться, вот. Ну вот такие вот бывают у артистов чувства, эмоции. У нас вопрос? Мне кажется, это все песни у нас здесь сегодня не просто так. Мне кажется, все песни для нас с тобой что-то значат, да? Мы же не просто так их подбирали, а это именно правда. Шли от своих эмоций, от вот своей души. И на самом деле вот многие из этих песен я уже давным-давно хотела где-то исполнить или не знала где. Вот, и то, что у нас сегодня есть возможность вот показать то, что мы любим, и как мы чувствуем, мне кажется, это очень ценно. А вот нас просто спрашивают, Карина, вот как вот Карина, Юля, сейчас вот вы, наверное, гуляете, и гуляете ли вы без масок? Наверное, это вопрос такой. Я думаю, что да, я когда гуляю по улице, я без маски гуляю. То есть если я подхожу в какое-то людное место, конечно, я одеваю, вот, но на свежем воздухе ходить в маске все время невозможно. Нужно дышать воздухом. Я хожу без маски вот сейчас. Но иногда я на самом деле забочусь о своих родителях, потому что они в зоне риска, можно сказать. Вот, поэтому, когда я еду к ним, я обязательно надеваю маску, если я еду там, да, где-то в такси или еще как-то, то есть, чтобы ни в коем случае их не заразить. То есть я максимально стараюсь вот ради них это все делать. А сама для себя, честно говоря, во-первых, я не очень боюсь переболеть. Вот. Но я уже запуталась в этих всех рекомендациях. Сначала всем сказали носить маски, потом всем сказали ни в коем случае не носить маски, потому что лучше мойте руки. Потом сказали всем надеть перчатки, потом вернули маски. И я уже думаю, ой, ладно, не буду соблюдать эти правила. Игорь, не всегда. Игорь, давай. Да, извини, да я. А я просто езжу на самокате. Красавчик. Мы сейчас пойдем дальше. Вот. Да. Давайте. Я вот сюда. Да, окей. Forever, you say you wait.
shed a tear. You're saying that my love is real. Just look at my face and tears and drying. You can never say that I'm not the one who really loves. I pray every day that you see things, boy, I like to. What can I do but to get through to you? Cause I love you, baby. Stand here, baptized in all my tears. Then I know that I'm done, I'm crying. Вау, спасибо, ребят. Я аплодирую. Я аплодирую Игорю. Мы знаем, что вам тоже, наверное, понравилось. Надеемся, во всяком случае. Дамы, давайте немного помечтаем. Я думаю, что в этой песне это возможно. Это реально. Да. Угу. А у нас есть какие-то вопросы еще помимо у нас пока? Я хочу пока сказать, что это та самая португальская песня, которую мы боимся, потому что мы не знаем, как мы ее произносим. Испанский я могу проконтролировать, а вот португальский нет. Вот. Но очень красивый перевод этой песни, она переводится как, то есть в конце там такие слова очень красивые. Это песня победителя одного из участников Евровидения в 2017 году. Да, очень красивая песня. Почему-то я не сразу к ней прониклась, а вот только спустя какое-то время. И я тоже, после того, как время. Юля мне тоже да, но на самом деле эта песня, в ней просто вселенная, как мне кажется. И в конце такие слова красивые, что если ты боишься любить, если твое сердце не хочет страдать, не хочет любить, то мое сердце может любить за нас двоих. А, да, я понятно. Обожаю эту песню. Давайте попробуем ее спеть. Se dia alguém pergunta por mim, diz que vivi pra te amar. Ante a gente só existi, cansada sem nada pra dar. Que me volte de querer. Ah, eu sei que não se ama sozinho. Talvez se vá carinho possas voltar a aprender. Deixa querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Que seu coração não quiser ser.
Tir pai chão, não quiser sofrer. Sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar. У меня действительно после этой песни, то есть эта песня как сон, в который ты погружаешься, в который можно мечтать, закрывать глаза, это замечательно. Но если, и вы не против, ребят, я задам вам вопрос вот по поводу снов ваших. Вот у артистов тоже бывают свои особенные сны. Это правда. Вот самый страшный сон, нет, это сейчас про страшный сон, потом про хороший. Это когда артист не успевает выйти на сцену. Вот у меня, например, да, когда меня зовут на сцену: Карина, быстрее, твой выход, где ты, музыка звучит, и я слышу, что моя музыка звучит, а я в гримерке и не одета костюм, и ты понимаешь, начинаешь одевать, но ничего не одевается, и это самый страшный сон для артиста. Вам, Юля, Игорь, тебе, может быть, другой сон, да, наверное, снился по поводу того, как ты пенис. Вот, Юля, скажи сначала, тебе снился ли такой сон? Ты знаешь, почему-то нет, но этот сон был явью у меня однажды. На самом деле, на репетиции, да, я помню, что меня звали: где Довгалишина, где Юля, куда она делась? Вот на репетиции у меня такое было. Слава богу, пока на спектаклях такого не происходило. Вот, страшных снах. Ну, как тебе сказать? Нет, я имею в виду страшных сон артиста. Нет, ни в коем случае не от остальных страшных снах. Вот почему-то мне это не снится. Мне снятся всякие барабашки, там, всякие сущности, а сны почему-то про сцену мне только в положительном контексте снятся. Давай попробуем Игоря спросить. А у меня самый страшный сон вот с музыкой, который связан, это когда я сижу, не могу вспомнить текст. И главное, что я остановился, тишина гробовая, и в зале сидит моя учительница по специальности Татьяна Григорьевна Шкловская, смотрит на меня вот такими вот глазами. И знаете, недавно этот сон закончился очень позитивно. Я ей сказал: подождите, так я же все, я же вас не учусь, вы меня отпустили, а почему я вообще играю здесь сейчас? И пошел, и главное, я в одеяле сижу за роялем. Вот что весь страх этого сна, что я сижу в одеяле, забыл текст, и тишина в зале. Голый? Ну, ладно, не отвечай, это шутка. Ну, пусть, ребята, не знаю, пусть всем вам снятся хорошие сны. Спасибо тебе. Да, это мы просто про артиста, потому что у нас сегодня тема актрис, театра, мюзикла, пианист, поэтому я думаю, что это было бы, наверное, все-таки интересно. А вот пусть вам снятся сны, как была эта песня, которая звучала до этого. У нас здесь небольшой вопрос. Собираетесь ли вы этим летом поехать к морю, куда бы хотелось? Да, конечно, я не знаю, я думаю, что каждому хотелось бы, особенно мне, к морю. То есть море — это моё тоже любовь, я всегда, когда приезжаю к нему, я плачу, но я думаю, что это будет понятно только, когда откроются, да, авиалинии. Да, возможно, они скоро уже откроются, но у меня родители, например, ездят каждый год в Астраханскую область на рыбалку на речку Ахтубу, вот, и поэтому для меня это более такое значимое место, такое душевное, место, где я заряжаюсь, место силы, вот, поэтому я, скорее всего, хочу поехать, опять же, вот на Волгу, на Ахтубу, посмотреть на это все. То есть для меня это более ценно, чем даже поехать на море. Игорь? Ну, я хотя бы на самокате покатаюсь. Молодец. Погнали дальше. Вот, я быстро скажу. Иностранные языки очень мелодичные. На русском вы поете. Конечно, мы поем на русском языке. А сегодня мы будем петь на русском? Сегодня... Мы в следующий раз сделаем программу на русском. Если у нас останется время, мы споем что-нибудь на русском. Я думаю, что что-то придумаем. Да, найдем. Да. Пойдем дальше? Да, пойдем дальше. У нас еще вот один вопрос, но мы дальше. Так. У
I said it out loud, it wasn't as strong, it was in my head. I tried not to think about it, so I came back louder. I think it's been about a year since I began to snow. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know, but too late, Lord, no, tell you about it. And here I am playing by myself, me and my superiority complex. And here I'm playing by myself, me and my inferiority contest. I'm not winning, but I'm having a very good time. Взяли эту песню. Снова папа. Да, это новый сериал, который вышел. Новый папа, потом молодой папа. И это ко второму сезону. Это аудиотрек. То есть да. Так начинается серия. Да. Кстати, у Карины снималась там однокурсница. Да, да, Юлия Снегирь, да, которая снималась там. Рекомендуем вам его посмотреть. Это круто. Нет, в этой сцене пляшут монашки. Именно под эту песню, да, это группа Sophie Tucker. Да, я тоже недавно о них узнала, но они крутые, не знаю, круто. Очень крутые. Я кайфую от того, что мы я тоже. Ее взяли вообще. Это душа. Да, let's go. У нас спрашивают, какие роли мечтаете сыграть в театре? Юля. Такие разные мюзиклы, роли. В мюзикле, да, то есть... Такие разные роли хочется играть. Ну, ты знаешь, я пришла в театр мюзикла и пела арию Марии Магдалены из «Иисус Христос, суперзвезда». Я бы очень хотела ее когда-нибудь сыграть. Вот, я думаю, что когда-нибудь это произойдет. Вот, я вчера смотрела эфир Жени Вальца, вчера он был, не помню, Жени Вальца и Оксаны Костецкой, он тоже сказал, что он вдохновился Эндрю Ллойд Вебером, и для меня тоже это такой очень знаковый композитор, и я, конечно, живу его музыкой каждый раз кайфую. А у тебя? У меня это вообще я всегда мечтала сыграть Рокси в Чикаго. Да, несмотря на то, что до сих можно круто. Говорить, вот, Вейлман, но все-таки я хотела бы Рокси сыграть. Мне было бы очень интересно. Возможно, Кристина в «Призраке оперы». Это если мы говорим о мюзикле, так как у нас сегодня трансляция идет вот в аккаунте театра мюзикла, и мы как актрисы театра мюзикла. И еще хотели сказать вам, что у нас еще идет трансляция одновременно в YouTube канал, да, то есть вы можете посмотреть именно в мой Карина Арбельяни, то есть вы вбиваете в YouTube и можете выйти на нас. Вот. Поэтому вот мы по поводу ответили. А можно каверзный вопрос тебе задать? Давай. Сколько ты весишь? Шучу, это шутка была.
Да, я в принципе... Нет, в этом у меня вообще... У меня стабильно 60 килограмм. Супер, это супер. При твоем росте это вообще кайф. Я хотела, спросить тебя, знаешь, какой каверзный вопрос? Какие бы ты роли хотела сыграть в театре мюзикла? Может быть, у тебя есть вот присмотренные роли, но которые ты не играешь? Вот такие есть у тебя? Ну, вы знаете, это да, конечно, то есть, да, окей, это может быть Теодора, в принципе, принцесса цирка, это, в принципе, мой материал, но у меня не сложилось, я не участвовала в этом мюзикле, потому что у меня был одновременный проект, который выпускался одновременно, поэтому я и не попала туда. Но ты репетировала, я помню. Да, я репетировала, да, но... Я думаю, что все впереди. Мюзикл Prime Time, то есть в котором я тоже не участвую из-за того, что я участвовала в «Голосе» в это время, в «Голосе Украины». Вообще, с удовольствием это... Это для каждого артиста, то есть любая новая роль, это как новая жизнь, не знаю, новое ощущение, новые песни. Я готова всегда ко всему и к разным ролям, даже, может быть, которые бы режиссер говорит, вот, Карина, ты... Ты вот, не в этом, да? Ты вот... Это вот нет, если он меня видит, а я говорю, ой, страшно, это мне роль, это не моя роль. Ага. Нет, надо это брать и делать, потому что это интересно. Ну что, поедем дальше? Поедем дальше. Игоря не будем спрашивать, какую он роль хочет сыграть. Теодору. У нас осталось... Ой, ребята, у нас осталось 4 песни, поэтому мы сейчас пойдем быстренько-быстренько, торопимся. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Why did I wonder that we've not
Да, это всем известная песня из Элтона Джона, из мюзикла «Лев, король, лев», которым всем нужно обязательно в жизни своей посмотреть. Да, я думаю, что я вот подумала об этом, я какую любую роль я бы сыграла в этом мюзикле, потому что это просто сказка, это мультфильм, попадание тоже в чудеса. Жалко, у нас его не поставили. Да. Дальше. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú me deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante, una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito y peinado. Tengo el mar del otro lado, eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando nadie a llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que tu amor te esté más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando Néstor está con mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme tu ropa, susurramente en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor te sea más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme tu ropa, susurramente silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Tengo una fe madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Так, сколько у нас осталось времени? У нас еще две песни. Вот, либо мы оставляем одну, либо мы оставляем. Пять минут у нас осталось. Давайте попробуем все-таки спеть две песни. Мы, наверное, потому что все-таки очень хочется это сделать. Поехали. When I get missed by the party, I make a scene, I get upset. But when I wake up in the morning, you bring me breakfast in bed and like there's nothing to forget. Maybe I should call my blessings that you just the type. So call me masochistic, but sometimes I want to fight. Every time I leave you, pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're turning me cruel cause I'm just wanting you to react. You're turning me cruel cause I'm just wanting you to react. Maybe I should count my blessings that you're just that type. So call me masochistic, but sometimes I want to fight.
Every time I leave you, pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why didn't you mess me around like you're supposed to? You're turning me crazy, 'cause I'm just wanting you to react. I'm just wanting you to react. На самом деле хотим спасать. Спасибо всем, спасибо Юле, спасибо Игорю огромное, потому что без него у нас не получилось бы ничего. Спасибо тебе, Кариша, за инициативу. Да. There's a mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, команда. До новых встреч. В общем, заходите к нам на аккаунт. Скоро увидимся в театре. Вы можете посмотреть именно этот наш прямой эфир в YouTube, поэтому не пропускайте. Спасибо всем. Пока. Мы уложились. По-моему, уложились, мне кажется. Нет? Как думаешь? Да. Ой, мы не успеваем. Видеотрансляция завершена.